Библейские сюжеты, христианские чудеса. В Музее народного творчества открылась экспозиция московской художницы Елены Черкасовой. Светлые наивные полотна повествуют о жизни Христа. На открытие выставки приехал митрополит Лонгин. Владыка сравнил эти картины с эфиопскими иконами. Мне кажется, это лучшая, наверное, иллюстрация к таким вот евангельским и библейским сюжетам, которые именно иллюстрация, не икона, а иллюстрация, которую можно себе представить. Елена Черкасова родилась в 1959 году в интеллигентной семье. Ее отец был ученым, мать – преподавателем иностранного языка. Учась в старших классах, Черкасова поступила в вечернюю художественную школу, которую не окончила. Отличалась характером бунтарским, официального советского искусства, так называемого соцреализма не признавала. Жить правильно не хотела, как не желала иметь ничего общего с комсомолом и делать официальную карьеру. Она востребована, ее работы покупают. Они находятся в частных коллекциях российских музеев, в частных коллекциях и музеях российских в Англии, Бельгии, Франции. Пережив серьезный духовный кризис, Елена пришла к христианской вере, восприняв ее как спасительное чудо. Напомним, экспозиция Елены Черкасовой будет работать до 1 февраля. Виктория Черкова, Герман Баранов. Улправда ТВ.